А утята подросли. Их, правда, 3 штуки осталось из 7. Не знаю почему. Между прочим, мы позавчера их видели на реке. То есть они ходят между прудом и рекой. Хотелось бы, конечно, посмотреть, как это все выглядит в натуре, но, в общем, ходят точно. Потому что вчера увидели их на реке, потом поднялись на пруд, думаю, они либо нет. Нет, на пруду никого не было, а сегодня вот опять вернулись на пруд. Представляете, какой поход они совершают. А река вот здесь находится, вот с левой стороны. Вот она там. Ну, достаточно далеко, между прочим.